mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья, я продолжаю очередное видео о том, как стать трейдером Dota 2. Сегодня я хотел бы поговорить о обмене вещей и ставках. То есть таким путем тоже можно доставать вещи. Есть различные сайты для обмена, большое количество, которых посоветовать. Единственное, для ставок я могу это Dota Lounge и по обмену тоже. Но сейчас сказать могу одно, что... Цены упали на вещи, и сейчас тяжело-то стало обмениваться это и так далее. Раньше было попроще. Вот. Итак, начнем. Если вы знаете, в принципе, цены на вещи, вы, так сказать, уже в курсе, какая вещь, сколько стоит, посмотрели прайс-лист в интернете, чекнули торговую площадку на цены, вы знаете, вот, что ваша вещь стоит столько-то, вы можете за нее попросить столько-то. Рарки вы можете обменить 1 к 2, 1 к 3, в зависимости от цены. Далее. Также касается мистикал вещей, которые очень ценятся. Вообще можете обменивать на кей и более другие дорогие мистикал. Ну и, конечно же, обменивать ключи в сеты, другие мистикал, легендари там, и так далее. Что касается ставок. На ставках вы можете поднимать вещи. Возьмем, допустим, вы ставите на... выбираете команду, но это уже зависит от того, что вы... как вы знаете команд, кто как играет. То, что тут написано, тут могут ошибаться люди, могут выиграть альянс неожиданно. И кто-то за 1к поднимет 1,7, да? Так вот, тут нужно, в принципе, тоже смотреть за различную вещь, за определенное количество вещей дают определенное количество коэффициент. То есть, если ваша ставка сработает, то за сколько-то вещей у вас получится коэффициент, и вы получите вещей, то есть выигранных. Это тоже как вариант, но нужно уметь ставить. Есть, конечно, в интернете сайты и группы ВКонтакте, которые делают прогнозы, которые, ну, процентов на 90 уверены. Конечно, могут ошибаться. Если вы будете рисковать и ставить вещи, то вы можете, в принципе, тоже поднять какое-то количество вещей. Начинайте лучше с Uncommon, а потом ставить рар, пытаться. Ну, если у вас появятся ключики, то и пытаться ставить ключи. Ключи, если вы уже уверены 300%, что команда выиграет, то лучше поставить. Хотел бы еще напоследок затронуть тему схема трейда, да? Схема трейдов. Как вы знаете, в интернете появилось большое количество сайтов и групп ВКонтакте, которые продают эти как бы схемы трейда от 50 до 200 рублей. За одну штуку. То есть вам как бы скинут архив, в котором описано, как нужно обмениться и так далее. Вот. Если честно, это все бред. Это бред. Зарабатывает тот человек, который как бы предоставляет эти схемы трейда вам за небольшую плату. Вот. Если вы знаете, в принципе, цены. Если вы знаете, как обменивать вещи по ценам. Если вы знаете, что это ваша вещь ценная, она может стоить столько-то, и так далее, то не нужны вам никакие схемы трейда, никуда не выкидывать деньги, вы сами сможете хорошо обмениваться. Что вот именно вот из этого я вычитал, я нашел эту статейку в одной группе, да, то есть вот можно... Я вот просто вам прочитаю. Примерно знать цены. Можно даже чекать в маркете и трейдить более выгодную сторону. Есть им площадка, там всегда можно узнать цены. Используя название курьеров, ставить в Google. То есть при этом пункте вы можете узнать, понять то, что нужно чекать маркет, то есть, ну, грубо говоря, прайс-лист, да. Ну, это торговая площадка для вас, да. Как поднять вещи, ну, тут написано понятие денег, ну, более на, я бы сказал, на шмот.
Ставки на лаунж, на матч. Это только что я вам объяснял. Трейдить вещи 1 к 2, 1 к 3. Это очень классный вариант. Мистикал на 1 к 3, 1 к 4. Также, как тут написано, часто апотемы на трейдинг-сайтах, стим-группах, если вы уже злостный барыга. Да, есть такие люди, очень злостные барыги, которые постоянно апотемы и так далее. Так, делаем сет. Вот тут, конечно, я бы хотел бы чуть-чуть остановиться и объяснить. Все вы знаете, что какие-то определенные количества сетов стоят какие-то там ключи, там рарки и так далее. То есть, чем покупать у людей или выменивать их очень дорого. Мое мнение таково. Лучше подонатить чуть-чуть, ничего не случится. Так как на торговой площадке можно дешевле собрать сет и при этом продать его. Но так как сейчас я наблюдаю за торговой площадкой, очень упали рары, вообще у мистиков, очень упали в цене. И сейчас ценятся очень новые сеты, которые только вышли, вы только их купили в магазине, и их сразу обменивать. То есть как можно дороже. Почитаю вам. Когда вы собрали нормальное количество рар, пора начинать делать сеты. Смотря какие предметы нужны для сбора сета. Рар, анкаман и каман. Заходим в трейд группы ВК или на сайтах по трейду. Ссылки есть в папке со схемами. Ну, это все такое. То есть апаем темы, то, что вам, допустим, у вас есть такое количество сетов, кого заинтересовало, пишут. Люди, кого заинтересовало, они вам напишут, предложат свои, так сказать, вещи и так далее. Далее, Dota Lounge, тоже как вариант, искать там, обмениваться с людьми, там тоже можно неплохо подняться, обмениваться с людьми. Вот, тут также, при том, когда вы обмените курьеров и сеты, просите 1-2 рарки. Но при этом нужно учитывать схемы. Схему того, что этот сет стоит определенное количество кеев либо рарок. То есть, если, да, допустим, сет стоит 3 ключа, то можно попросить 1 рарку. В принципе, такое всегда было. Сколько я покупал сеты за кеи и продавал, всегда так было. Так. Также есть такой один прикол. Люди, которые уже злостно барыжат, те занимаются ключами. То есть ищут хорошего поставщика ключей, который постоянно будет предоставлять ключи, но только вы будете их покупать по низким ценам. То есть вы берете их оптом. Там от 10 ключей и более. Вы покупаете их по 55 рублей. В различных популярных пабликах ключи продают по 60-65 рублей. То есть вы считаете, вы взяли по 55, продали по 60-65, 5-10 рублей навара с одного ключа. А если вы их взяли 20, 30, 40, 50, 1000 ключей, и вы вот так продаете потихоньку, да, то вы очень много поднимете денег. Также, последнее, что я бы хотел бы сказать. Когда появляются новые сеты, появляются новые различные моды, как Новоцвет был, Дайертайт, Холодрыжество и так далее. Как только вы выиграете новые вещи, выпадают с новых ящиков вам вещи, вот вы открыли ящик, да, сразу старайтесь ее пропихнуть как можно дороже. Обычно люди, которые хотят новые вещи, они готовы очень много выложить, чтобы ее получить. То есть, только у вас появилась новая вещь, сразу ее спихун, сразу же. Вот. И тогда вы сможете навариться. Думаю, данное видео вам было чем-то полезно. Может быть, для опытных, а для новичков это очень неплохое, считаю, видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.